НАТО начало обрабатывать Молдавию. Альянс проконсультировал Министерство обороны республики по проекту военной стратегии. Сообщается, что на встречах молдавские военные и натовцы проанализировали атмосферу безопасности страны с военной точки зрения. Молдавия считается нейтральным государством, но с 1994 года работает с НАТО как индивидуальный партнер. В Молдавии прошли несколько совместных с США военных учений. Кстати, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в этот военный альянс.